Я посмотрел, как многие из вас выращивают гомункулов, и понял, что вы все занимаетесь не тем. Выращивать надо вот с каких яиц. Это Дуглас. Это человек, которого обошла теория Дарвина стороной. Короче, едем с Сашей просто на заправку, и я ему говорю: Саш, давно пора дать концерт большой на стадионе, сольник, реально сольник, без разогрева, без диджея, без никого, просто сольный акустический концерт, который будет называться «Таня, прости». Композиции будут «Вернись», «Я тебя люблю», «Не уходи», «А помнишь, как у нас было», «А если бы вчера». Я куплю тебе дом, я куплю тебе наушники, я купил тебе наушники. Какой-то бонус трек должен быть какой-то. Ремикс. Роди мне сына. И ремикс на песню... Выеби меня. Вот на вот эту, допустим. Ребята, вы спрашиваете, где я купил свой нож? Отвечаю, вот в этом магазине на Печерске. Я привез сюда Сашу, смотрите, он не хочет выходить. Мы хотим купить ему арбалет или ружье. Не нужно оружие. Ну идем посмотрим. Я не люблю. Я ж тебя не прошу покупать, идем просто посмотрим. На ножи? На ножи, на газовые баллончики, на нунчаки. Там даже есть звездочки самурайские. Просто посмотрим. Охуенно. Идем. Мне больно. Мне больно. Вон трушок, видите, Бокер Магнум. Саша не получил удовольствия от оружия, но он себе присмотрел отличную палатку. Говорит, палатку. Что ему нужна палатка. Хочу палатку. И спальный мешок. Двухместный. Ну, чтобы можно было кого? Развалиться. А. Для медведя, если вдруг для нападет. Моего песоса. Саш. Еще раз. Чтобы вы понимали, Саша только что силой мысли разбил стакан. Это правда. Редкий стакан, которых всего 20 в Киеве. Посмотрите, он голубого цвета. Не хочешь изменить? Розовый сверху. Не хочешь? Шо? Извиниться за то, что ты разбил мой напиток. Я только подумал об этом. А разбил его ты. Я как не совсем адекватный человек, который не умеет обращаться с руками, только что деактивировал бокал, и сейчас должны принести новый напиток. Саша сидит, нудит. На. Посмотрите на него. Да куда тут, бляха-муха? Саш. И поздравляю папу Саши с 120 тысячами подписчиков на канале. С
Завидуешь? Завидую, реально завидую. Но ничего. Он же не снимает такую хрень, как ты. Это факт. У меня именно вообще дикая херня происходит. Дичь. Мне принесли второй коктейль. Сейчас я его быстро уничтожу. Может быть, уничтожу потом бокал. Не пей через трубочку. Почему? Ну, мне как-то стыдно за тебя. Зашли в приватбанк. У ребят платиновые карты. Потрогай, потрогай, там порванности. Да потрогай. Вон, видишь, как вот булочка. А че ты так дышишь? Вот у тебя катетер. Кстати, мне один человек поставил комментарий, что я через 10 лет буду ходить с катетером из желчного. Если ты ему... Если не подпишешься на его канал. Типа, что? Ты увлажнил? Водичку помыл? Нормально стоит кулер, но без стакана. У тебя вышел срок? А не на год. Обычно у вас прописка. Да. У них платиновая, а у меня американская. Це моя киця чорнушка. Как там соски? Отлично. В личке не видно ничего. Саш, какой у тебя красивый костюм. Я не всегда понимаю. Объясняю. So let's talk about переводится как «Ну что ж, давайте поговорим». Это не значит, что я вставляю английские названия или еще что-то. Я просто говорю эту фразу, которая ничего не значит, кроме как «Ну что ж, давайте поговорим». Итак, нам прислали новый кабель. Скотч. Кстати, у меня... Привет. У меня телефоны на... На скотче, сейчас покажу. Блин, я помню. Сейчас. Скотч — это крутая фирма, она делает магнитики. Теперь снимем распаковку. Поснимай, пожалуйста. Он там сидит, это нормально? Да. Мы снимаем распаковку. Постараюсь сделать это аккуратно. Аккуратно не вышло. Макс, распаковка. Что это будет? Это распаковка. Так, постараюсь не повредить, вдруг придется сдавать. Только минуты расскажи, я повезло. У нас 16-метровый кабель, на котором можно повеситься. 2-метровый шнур. А можно повторить, пожалуйста? Да, конечно. Ты будешь? Больше ничего не надо? Больше ничего не надо. Итак, смотрите. А что ты с ними так любезно? Они тебе платят? Давай, ты прыгаешь. Сабина. От писоса до писоса. Сабина, ты прыгаешь. Чуть-чуть. Сабина, кстати, ты прыгаешь. Кстати, можно в эту упасть? Не могу. Ого! Так, понятно, он сейчас поломается. Итак, у нас была распаковка, шнур отличный. Держите, подзаряжайтесь. Оплачено! Саша киску сейчас полежит. Ну, полежи киску. Да все что? Это единорог? Это киска единорог из Фейсбука. Меня Пушин сам лайкнул. Мокрая кисонька. Не там трогаешь. Зарожок надо. Слышишь, менеджер приватбанка просит, чтобы ты ничего не выставлял с отделения. А он откуда знает? Мы уже передали? Пришли Саше покупать часы. Это какая-то хуйня. Брат настаивает на Мотороле, это вообще просто мне в голову даже не помещается. Вот. А я рекомендую Apple Watch. Но они черные есть, охуенные. Саш. Чувак, ну эти сильно рэперские. Так ты же рэпер. Не хватает этих бриллиантов. А у тебя есть такая есть штука? Слышишь? Такие штуки есть? Такое есть, да. Вон, смотри, песос электронный. Похоже. Саш, давай вырежем ножом ее. Рэш. Тебе же она не нравится, правильно? Рэш. Снимай футболку. Сошкреби ее. Снимай футболку.
Ты меня уколол. Чуть песос не порезал. Ты побрить меня хочешь, блядь? Убери, колется. Уколол, реально. Засудишь меня? Уже мог бы. Еще видео доказательств. Скинь мне. У тебя красивые ресницы. Нравится? А рука так и тянется. Давай, вот так, да. Ты заметил, что ты второму парню руку не пожал? Да, блядь. Который действительно... Мне не понравилось, как он ко мне прикасался. Ты мне дашь? Короче, сейчас буду учить свою лучшую подружку делать красивые селфи. Давай. Смотри, первое правило, ты должна сжать зубы. Вот так, смотри. Сделай так. Тебе волосы мешают, у тебя не видно скулов из-за волос. Можешь выше поднять камеру, а то у меня 4 подбородка тогда. У тебя умеешь, да? Вот, смотри, сделал. Смотри, если хочешь больше губы сделать, вот так, смотри. Выдыхай, выдыхай через рот. Можешь мне это поднять? Смотри, у меня тупо хачиковская бровь. Но это не из-за очков. Делай скулы. Отличная фотка с той земли. Вот смотри, у меня еще нос худой. Подожди, у тебя вот тут фотка красивее. Да, я тебя сфоткаю. А как так сфоткать? Можно вот так вот у меня? Надо еще вот эти морщины как-то убирать, смотри. Я могу тебе рассказать, как это сделать. Есть упражнение в домашних условиях. Разглаживать их. Да? Да. Покажешь? Да. А, ну вот так, как бы, кросс-курс по селфи. Только что с Сашей обсудили, что импотенция — это не конец жизни, и что все будет с ним нормально. Скажите, что вы хотите со мной сфоткаться, а не с Сашей. Вот это все, вот это сейчас покажу Тане, посмотрите. Пока Таня в отпуске, он лапает. Вам 15 или 12? 14. 14-летних девочек. Можешь с тобой тоже сфоткаться? Да, давай, я тоже тебя полапаю. Как его зовут? Трушковский. Трушковский, понял? Это мой брат, тоже Трушковский. Хотите с ним сфоткаться? Ну, давай. Спасибо большое. Вот оно, счастье. Мы к вам придем в школу. В какую школе вы учитесь? Наукова-Змина. Наукова-Змина. Ну все, 1 сентября придем. Да, Саша? Скажи да. Пока. Так вот, продолжим тему импотенции Саши. Сань, сколько лет у тебя песос отключен? Последние 3. От жизнеобеспечения. Последние 3 года? А, мой брат, походу, тронулся головой, купил себе полуавтоматическое оружие и ствол. Вань, покажи ствол. Вот. Сейчас, вот. И пистолет. Они уже тестировали выстрелы из пистолета. Это вы сможете увидеть на канале моего брата и, полагаю, на канале Вани. Ссылки оставлю в профиле. И, может быть, на моем канале увидите, как тестируется автомат. Снимай. Сейчас едем покупать батарейки, потому что он... Это я вырежу. Thank you.
Это ты педрила! А? Ты не ешь сами? Да куда мы будем ехать растестить ее на работу? Да? На, понюхай. Это ты купил еще эту залупу? Что это такое? Автомат. И он тоже пневмат? Да. Только стреляет 600 выстрелов в минуту. Саша киску сейчас полежит. Саша, не лежи, пожалуйста, потому что это моя киска. Ну, полежи киску. Да вообще что? Это единорог? Это киска-единорог из Фейсбука. Меня Пушин сам лайкнул. Мокрая кисонька. Не там трогаешь. Заражок надо. Слышишь, менеджер Приватбанка просит, чтобы ты ничего не выставлял с отделения. А он откуда знает? А? Мы уже передали. Поедем туда? Андрюшенька.